Что сказать? Давай нормально. Вчетвером будем петь? Алена, ты будешь петь? Все вместе, конечно. Алиса, надо ты сам что-то петь. Так, на пятый микрофон. А, Мася не поет, она так. Она вообще-то красивая, она не любит обычно. И шагаю по проспекту. Я иду потому, что у меня есть ноги, я умею ходить, и поэтому иду. Иду навстречу зрителям, мимо пролетают дорогие мужчины. Женщины разносятся горящими глазами, золотыми сердцами, золотыми волосами. Это же город Ленинград пошел. Город Ленинград пошел. Вань, начал лучше, а кончил за... Вань, начал получше, честно тебе сказать. Автор спился. Ален, ты можешь постоять, снимать? Пей песню, я не пью. Пипи, чё пипи? А что дальше-то? Ален, можешь постоять, поснимать, пожалуйста? Город сказка, город мечта, попадаю с этим, попадаешь навсегда. Попадаю в воздух, простуду за стекло, запахом бензина и дорогих духов. Высокие трубы, седых облаков, нам укажут приближение холодных ветров. На это же? Куда? Вот на это.